В 2019 году проект общественной организации работников культуры Магаданской области «ННЛ Мастера территории» стал одним из победителей конкурса фонда президентских грантов и получил почти 1 миллион рублей. На средства гранта представители НКО провели около полусотни мастер-классов по 5 тематическим направлениям: косторезное искусство, пошив национальной одежды, бисероплетение, создание сувениров и кукол. Все работы должны были быть представлены на декоративной выставке, однако в связи с пандемией мероприятие пришлось провести виртуально. И это даже, наверное, хорошо, потому что нашу выставку, всех 5 разделов, всех 5 мастер-классов увидели, наверное, уже во всей России. Потому что я только вчера закончила отчитываться за второй этап нашего президентского гранта, и просмотров у нас очень много. Все говорят, пишут: магаданцы молодцы, популяризируйте, сохраняйте историю и память, и культуру своего народа. С представителями некоммерческих организаций, победителями конкурсов президентских грантов и областных субсидий 2020 года в библиотеке Пушкина встретился глава региона. Сергей Носов отметил, что победа Магадана в таких мероприятиях является принципиально важной, и общественные объединения могут рассчитывать на содействие в разработке масштабных проектов.